После продолжительной болезни на 41-м году жизни скончалась Жанна Фриске. О смерти певицы информагентством сообщил этой ночью ее отец Владимир Фриске. Диагноз – неоперабельная опухоль мозга. Экс-солистки группы «Блестящие» поставили 2 года назад, после чего по всей стране был организован масштабный сбор средств на лечение. Фриске прошла несколько курсов лечения, в том числе в клиниках США, Германии и Китая, благодаря чему медикам удалось добиться ремиссии. Последние месяцы жизни певица жила в загородном доме в Подмосковье вместе с супругом Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном. Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве. До 96 года носила фамилию родителей Копылова. Всероссийскую известность получила благодаря участию в поп-квартете «Блестящие», в составе которого Фриске записала несколько успешных альбомов. В 2003 году певица покинула коллектив ради сольной карьеры и уже через 2 года выпустила дебютную пластинку. Также с середины 2000-х стала сниматься в кино. Самая известная роль – ведьма Алиса Донникова в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Помимо этого, Фриске участвовала в съемках комедии «О чем говорят мужчины» и «Одноклассники» на «Клик и удачу». Регулярно снималась в телевизионных шоу, рекламных роликах и фотосессиях. Гражданский муж певицы, ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев. В 2013 году у пары родился сын Платон. И вот как отреагировали на смерть Жанны Фриске ее друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Я знаю точно, что совсем скоро ты вернешься к нам маленькой птичкой, ласковым щенком или голубоглазым малышом. Твоя душа всегда будет с нами. Знаю, как тебе нравилось улыбаться и как бы ты не хотела, чтобы все грустили. Я тебя безмерно ценила и любила. Мы все тебя любили. Улетай, наша родная Жанночка. Прощай, моя девочка. Спи спокойно. Ты навсегда останешься в моем сердце. Прощай, любимая Жанна, прощай, друг, настоящий друг. Я плачу, в это невозможно поверить, это жестоко. Жанна, так больно, что слов не нахожу. Я верила, я так надеялась, я так хотела, чтобы ты жила как можно дольше с сыночком рядом. Покойся с миром, помним и всегда будем. Почему так не должно быть? Это чья-то ошибка. Не верю, я рыдаю от бессилия что-либо изменить. Конечно, жизнь заканчивается, но это закончилось слишком рано. Она была доброй, искренней и сильной.